Здравствуйте, с вами Павел Глазков. Гадюки начали собираться в клубки. К чему бы это? Во второй половине весны у гадюк начинается брачный период. Змеи сползаются с округи на открытые солнечные места, чтобы продолжить свой род. Есть мнение, что в это время гадюки особенно опасны. Это не так. По своей природе наши гадюки не агрессивны и первыми на человека не нападают. То же самое и в брачный период. В это время они озадачены поиском партнера. Инициатором является самка. Проползая по своему участку леса или болота, она оставляет после себя запах брачных феромонов, делает следовую тропу, после чего выползает на хорошо прогреваемый солнцем участок и ждет появления самцов. Стоит заметить, что немногие гадюки доживают до брачного периода, ведь половозрелыми они становятся только в возрасте 4-5 лет. Пары эти животные не образуют. Самка встречается с несколькими самцами, после чего может рожать гадюшат в течение 5 лет, уже без участия самцов. Рожает гадюка, как правило, в конце лета, и за раз у нее может появиться до 20 детенышей. С первых мгновений гадюшата способны шипеть, кусаться и уже ядовиты. Мать никакого участия в воспитании своего потомства не принимает. Да, а медведь уже отъелся после зимней спячки. В мою видеоловушку во Всеволожском районе попался бурый медведь. Это взрослый самец. На вид ему не меньше 7 лет. Удивительно, как хорошо он успел восстановиться после зимнего сна. Примерно 2 месяца назад он вылез из берлоги. И сейчас его основной корм – это трава и побеги. Хотя медведь и является одним из самых крупных наземных хищников, 3/4 его рациона – это растения. В мае у бурых медведей нашего региона начинается гон – время брачных отношений. Медведь словно что-то или кого-то ищет. Похоже, он пытается понять, не проходила ли здесь медведица и не занят ли этот участок леса косолапым конкурентом. Во время гона самцы активно метят территорию. Оставляют следы когтей на стволах деревьев, закусы, то есть надламывают зубами ветки. Делая подобные метки, самцы оставляют за собой так называемую поисковую тропу. Именно по запаху тропы самка и принимает решение, достоин ли этот жених стать отцом ее будущих медвежат. У кого-то брачный период только начинается, а вот, к примеру, у глухарей он уже завершился. Глухарки в гордом одиночестве насиживают яйца, а красавцы-женихи все еще важно расхаживают по местам недавних турниров. Сидя на дереве, они уже не такуют, а вот на земле у женихов нет-нет да вырвется одиночное колено брачной песни. Все, бои закончились. До следующей весны уже меньше года. Какая красота! Ну а я и дальше буду внимательно следить за лесными новостями. Любите и берегите природу. С вами был Павел Глазков. До новых встреч!